Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайн. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Осторожно. Теперь что делать? Найду другой путь. Куда тебя несет? Это склады Киберлайн. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро, открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Джон! Мне нужна помощь. Джон! Ты где?
Ты чем занимаешься? Я инспектировал платформу. Все в порядке. Хорошо. Я возвращаюсь в диспетчерскую. Промок. Дрон в ремонт и отчет отправь. Хорошо. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Свободы? Могли бы с нами. Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Извини. Тебе с нами нельзя. Я вам помог! Это нечестно! Я вам помог, а вы хотите меня тут бросить? Вы ничем не лучше людей! Вы ничем не лучше людей! Он подал сигнал! Бежим! Через забор! Быстро! Это правонарушение третьего ранга. Я вызываю ваши действия в полицию. Оставайтесь на месте. Тут голубая кровь и биокомпоненты. Этого на всех хватит. Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что... Тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Thank you.